Всем привет. Пришел тут снимать Эрик Парк. Очень небольшой парк. После моих прогулочек в парке Гагарина, в парке Победы, ни за что бы не подумал, что это парк. Но тем не менее он и есть, судя по всему. Туалеты, кстати, бесплатные, я так понял. Вот такие вот сиденья интересные. Полукруговой формы. Очень скользко. Но это зима, это проблема в целом города, не посыпают песком. А так озеро, конечно, мне нравится. Интересно, есть ли рыбаки, нет. Даже не знаю. О. В какую сторону-то и пройтись? Можно присесть прям и полюбоваться на замерзшее озеро. Дети играют. А это он и есть, походу. Это Эрик Парк, он и есть. Вообще очень... Ну, не то, что он маленький, а скорее очень мало деревьев. Хотя вот они есть, так ничего. Они такие, конечно, большие, но слишком мало. Вот он, Волгарь. Кстати, первый раз здесь. До этого проезжал мимо до Грознецкой. И там такой турпоход был по железной дороге. А ты решил заглянуть в Волгарь. А как здесь можно? Здесь обойтись и там обойти. Обойтись, да, и обойти тоже. Вообще маленький парк-то, а. Очень маленький. Ну давайте большой круг навернем. Тем более там вижу, что там дома. Частный сектор, а нам нужна именно прогулочка по парку. Вот такие вот столбы, я так понимаю, здесь должны быть фонари, но их что-то нет. Еще не установили. Нет. Такое. Озеро мне нравится, что-то еще сказать. Вообще. И это городская администрация называет парк. Ну максимум на аллею тянет. Да. Ох, озеро просто меня радует, конечно. Вообще люблю такие маленькие водоемы. Такие вот интересные беседки с узорами. Спортивная площадка, соответственно. Давайте на узоры полюбуемся. Что-то елки, что ли, или листва, типа... Хрен пойми что. Но в целом ничего, более-менее мне нравится. О, шахматный стол, слушайте. Я такого ни разу не видел прям. Сюда устанавливаются фигуры. Получается, можно играть. Только вот фигур нет. Но их можно легко заменить чем угодно, хоть пробками от бутылок. И еще 4 места аж, а? Это для каких интересных шахмат? Такой вот навес. Да, уже темнеет. Сумерки. Плиточка любимая собянинская. Так сказать, все на месте. Грязно только. Грязно здесь на плитке, а тут асфальт в целом ничего. Более-менее. Дорожки для велосипедистов. Кстати, только сейчас заметил. Но никто что-то не катается. Так, можно здесь пройти, можно там. Ну, давайте я нарушу правила, так сказать.
по дорожке пройдусь. Так, дворы для футбола. Но что-то все закрыто, молодежь что-то не играет. Сейчас, может, за коронавирус всех по домам держат. Да вот люди сидят. А тут, кстати, нет тента, и в случае дождь или снег, то люди промокнут. А, это вообще не сиденье, это качели. Как интересно, а? Да, это качели. Такого типа я еще не видел, качель. Чтоб прям человек 5 может уместиться. Ну ничего, ничего, хорошая задумка, но лучше бы все равно крышу сделать. Вот это что за столбы? Не более двоих, а что здесь имеется в виду? Еще не построили ничего? Что-то я не понимаю, зачем эти столбы нужны. Пишите в комментариях. О, смотровая площадка. Неплохо. Вот так вот это все выглядит. На мой взгляд, довольно интересно. Но вот почему доски, а не асфальт, типа экология, что ли? Но хрустят так приятно с одной стороны, а с другой стороны немножко напрягает. Потому что осознаю, что могут провалиться. И все дела. Встал, встал. Лед. Интересно, опять то ли желуди, то ли листва, то ли еще что. Такие вот узоры. Блин, очень скользко-то, а. Ну не посыпает асфальт вообще. Макатом. А, можно здесь, да, по плиточке пойду. Да, прикольно, прикольное озеро, конечно, но парк, я чуть-чуть разочарован, очень. Мало, на мой взгляд, деревьев. Деревья только, если вы обратили внимание, по круговой озеро. Ну и все. А вот дорога сама, вот эта вот в Эрик-парке, она, ну, не озелена вообще от слова. Но зато озеро прям, да, или что-то, это болото, нравится. Конечно, коряги вот эти вот все. Прям. Молодняк. А вот и деревья, кстати, посадили, но сами видите, пока они там вырастут, пока туда все. Очень много времени пройдет. И еще листва на них есть, а? Интересно. У меня около дома уже вся листва осыпалась уже. О, вон еще такая же деревянная площадка смотровая. Такие вот интересные
конечно, то ли горки, то ли еще что-то. Не знаю зачем, но сидеть здесь точно неудобно. Для скейтеров, наверное. Так вот здесь можно заехать и на BMX и показывать свои трюки. Ну, не знаю, может, не для этого, конечно. А, это лежаки, я понял, да. Это лежаки, оказывается. Тут просто можно прилечь. Правда, я сейчас не буду делать, потому что грязно. И вот так вот любоваться на озеро. Интересная задумка. Не сразу понял. Еще просто столы. Можно как в баре сидеть, а? Ну, молодцы, молодцы. Все более-менее продумано. Единственное, что не продумано, так это, что песком не посыпают асфальт зимой, но это уже не к строителям парка, а точно замечание к администрации. И так не только в парке, но и везде. А, какая красота. Вот она, Волгарь выглядит. Ну, мы идем дальше. Кружок, я надеюсь, кружочек по парку мы навернем. Какая-то полоса прям даже, типа на зебра. Ну, здесь по ней хорошо идти, да. Хорошо идти. То есть они продумали это все, что строители парка, что администрация не будет посыпать песком основной асфальт. И сделали такие дополнительные как бы стоянки. Молодцы. Ну, не стоянки, в смысле, а дополнительную такую вот дорогу. Какой-то камень вообще. Что за херня? Ну, выглядит интересно. Блин, уточек нет. Уточек нет, жалко. Так, а дальше все? Или что он там заканчивается, а? Нам назад идти, что ли? В ту сторону огибать. Или еще дальше есть? Че, куда гулять? Ну, дальше вроде как есть тропа, но я так понимаю, это уже не парк. Это уже не парк. Да, вот он. Дорога, она заворачивает. Все, а дальше уже дома. Ну, сейчас, короче, пойдем на тот конец, думаю, прогуляемся. На тот конец парка. Да. Уже непосредственно по основной дороге. А. Вон дома, конечно, многоэтажки. Че, вот я против такого строительства. Ну, в смысле, более 9 этажей, потому что они нахрен солнце загораживают. Но здесь еще более-менее выполнено. А бывает, что прям вообще понасует. Да, то есть даже, не знаю, может, они не доделали, а может, такая была и задумка изначально. То есть я-то думал, здесь можно круг навернуть по берегу этого озера. А оказывается, нет. Вон все-таки есть открытая площадка детская, вон ребятишки играют. Футбол, что мне приятно, что мы пропустили. Ну вот, какую-то непонятную зачем штуковину. Не знаю, для игр, но для каких вопрос. Зато вон теннисные корты есть в наличии. Правда, нет ни ракеток, ни сетки. Да. Бесполезно. Нет,
Да, интересно, конечно, конструкция вот эта вот этой фигни, типа паучья сетка. Не видел я таких качель. Ну прям в детство окунули, прям так и хочется прокатиться, но я этого делать не буду. Пойдем дальше. Надо ускориться. Считай, такой интересный Эрик Парк в целом. Но зелени явно не хватает. Конечно. Ну, в смысле деревьев. Как я уже много раз говорил. Можно поставить смело четверочку ему. А как ваш канал называется? Канал Дениса Кривошеева. Но на основном политике посвящен, это я просто выбрался погулять. А, понятно. А сколько у вас там подписчиков? 1000. 1000? А можно посмотреть, как называется туда потом? Канал Дениса Кривошеева, я же вам говорил. Хорошо, спасибо большое. Там есть разные. Пишите Денис Кривошеев, Самара, все. Это, скорее всего, возможно, ВКонтакте выложу. Имейте в виду. Ну, не знаю насчет контакта, не контакта. Так, мы идем. Да, нам еще надо в тот край Эрик Парка посмотреть, что там происходит. Приходится вот так вот возвращаться. Даже бегом. Вот так вот. Место в целом замечательное, я считаю. Еще бы деревья бы побольше посадили бы. И вообще было бы шикардос. Кстати, в парке Гагарина, помните тот скандал? Его рубали деревья, чтобы построить как картодром этим летом. Та еще была история. Ну, естественно, стандартная детская площадка. Мне вот интересно, почему здесь она никто не играет, а? Поди закрыто. Так. Ну-ка. Как я, интересно. На таких вот качелях, а? Мне самому стало интересно. А ну-ка. Вот. Тут не дают раскачаться до потолка, что называется. Но там прикольно. В целом я оценил задумку. Главное, удобно. Такие вот цепи, чтобы не улетели они. Эти качели. И дети не поранились. Там дальше поселок. То есть парк, вот этот Эрик Парк, обложил прям поселок, такой небольшой. Да. Вот у нас социальная неравенство там. Двухэтажные, не то чтобы старые, но такие покосившиеся домики, а здесь прям хором или наоборот. Кому как. Наверное, эти дома, наверное, подороже стоят, конечно. Потому что там как бы два этажа на одного. На семью, а тут лишь несколько квадратных метров. Так, ну мы идем, да. Здесь вы уже все видели. Мы чуть ускоряемся. Не хочу я монтировать там, специально ускорять, либо замедлять видео. Просто идем прогулочкой. Стандартной. О, как подсветка, а. Скорее всего, ресторан какой-нибудь. Или нет? Короб. Так. Поскорее. Жители. Ну, это не только упрек жителям Волгаря, конечно, это упрек всем самарцам, безусловно.
Кого не спроси, не знаю дорогу сюда вообще. Там еще строится вдалеке. Вот, знаю, что жители голосовали именно за этот парк. И вот его получили, но, на мой взгляд, опять-таки, весьма и весьма урезанном состоянии. Но это же лучше, чем ничего. Все-таки я привык к большим паркам, там, типа загородного. О. Какое дерево. Еще есть листочки, а. Хорошо. Так, мы сейчас пойдем в ту сторону. Посмотрим, что там. Мусорки, да, мусорки вот такие вот интересные тоже. Типа домики сделанные. Тоже прикольно. Идем на этот край. А здесь и все, что ли? Получается так, да? Небольшой действительно парк. Ну вон, давайте покажу еще вот эту конструкцию. Непонятно зачем. Ну, собственно, непонятно, зачем ее строили. Интересно, что же тут собираются делать. Есть такая специальная вверху перегородка. Типа лазать, что ли? Я не понимаю. Вот он и все. Все, что ли? Все. Заканчивается наш Эрик Парк. Дальше уже трясина и болото. Ну что, такой вот вердикт. В целом мне понравилось. И совет администрации Куйбышевского района, администрации Самары, побольше сюда сажать деревьев, конечно же. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Да пока-пока.